Также во время каникул студентам предлагается принять участие во многих мероприятиях. Вот сообщение, которое я получил в декабре, когда начались каникулы. В нем говорится, что деканат по делам студентов приглашает студентов на программу каникул, которая содержит 150 различных мероприятий. 45 из них это соревнования с ценными призами, 12 курсов по компьютерным навыкам с аккредитованными сертификатами, 48 мероприятий в образовательных курсах, 29 мероприятий в развлекательном зале, 12 курсов по физическим тренировкам. Честно говоря, я не принимал участие ни в одном из этих мероприятий, но другие студенты принимали участие, и они вместе хорошо провели время, наблюдая за соревнованиями, выигрывая призы.